хоккеисты Кыргызстана одержали крупные победы над сборными Индии и Катара. Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта, в минувшую субботу сборная Кыргызстана одержала крупную победу над сборной Индии в первом матче Кубка вызова Азии по хоккею с шайбой. Счет составил 11-1. А в воскресенье состоялся матч между командами Кыргызстана и Катара. С огромным разрывом в сухую кыргызская команда выиграла у гостей турнира сборной Катара со счетом 9-0. Кыргызстанцы в третий раз участвуют в этих соревнованиях. Победившая команда получит путевку в элитный дивизион Кубка вызова Азии.